Всем привет, сегодня я покажу вам Mercedes-Benz SLR McLaren. Они выпускали в 2004 году. Это полная копия, масштабная копия. Я сделал копию доработанного Мерседеса, который стоит 11 миллионов долларов. Вот такой он выглядит. Такой нет, у него там спойлер есть, но я не хотел делать так. Мне не получилось его сделать. Так, какой у нас был тогда? Прошу, что не помню, был спойлер. Плохой там спойлер. Да, соглашусь. Краска не очень. Материя перекрасила. Все получилось, то что был грунтовку. Очень даже хорошо все краска. Так, я еще не приклеил фары. Ну, скоро приклею. Так, сразу видно, то, что есть обвес. На том Мерседесе в реальности такой вот обвес стоит. Ну, более похоже сделано. Так. У него салон тоже красного цвета. Сейчас проверим. Такой вот. И он не такой стоит. Да, я увидел его в интернете. То, что надо сделать такой. Вот что переделать. Ну, это нормально получилось. Так, минус нет пару. Так, ну, колесо. Колеса разные. Я, конечно, поменяю. В будущем, как найду донора. Ну, донор у меня скоро будет, так как я ко мне уже едут как бы обновки. Скоро выйдет новое видео с обновками. Все ездит. Так. Ну, это там пластиковое колесо. Такое вот остекление. Нормально топчет. Топчет какой-то пятном. Не знаю, как это есть. Сейчас пойду правильно. Все увидим. Вот. Заляпаю что-то. Ну, всем понятно, что я все гну приклеивал. Все вес. Лопачка. Ну, тут не видно. Вижу. Стекаем. Фары падают все. Так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!